Наверное, только пираты, по большому счету, и вампиры, да? Причем пираты не любые, а именно такие сильно черные пираты. Есть неплохой мерфолк, в общем, достаточно важный для архетипа мерфолков. Но брать, наверное, я буду все-таки пройти по доске. Вот, все-таки это медленный и корявенький чуть-чуть, но очень мощный ремул, который убивает практически все. Так, ну вот, пират, но не тот, который супер-пират. Тоже хороший пират, очень даже. Привет. А, Лешка, привет, Леш. Ну да, да, прогуляться по доске, как бы, явно очень хорошая карта. Значит, что здесь есть еще? Есть очень хороший дробовищ, пират. Есть Fire Cannon Blast, тоже очень хороший. Но здесь двойной черный, здесь двойной красный. Это, конечно, ужасно. Вот, есть Сиренка, которая тоже мне очень нравится. Вот, если думать о черно-синих пиратах, допустим, то есть много пиков черно-синих пиратов. Это мне не нравится. Тут раз, два, привет, привет, привет. 3, 2, 3, 4. То есть, ну тут как бы сложно это все. Наверное, самый простой вариант из них это сирена, да? То есть, чем вот этот чувак. Ну, наверное, все-таки пока сирена, дальше посмотрим. Может быть, даже мы и доской играть-то не будем. Но сирена мне очень нравится. Вот эта карта тоже шикарная совершенно дровола. Вот, очень хорошая. Я на всякий случай ее пока отмечу. Вот, и по большому-то счету, здесь есть мерфолковская прокачка, здесь есть хороший второй агрессивный дроп, но это в динозавров или в каких-то борос, там агро или что-то такое. Есть какой-то, в общем-то, достаточно неплохой пират в черно-синий архетип, но сложно, это все очень сложно. То есть там нужны ранние дропы, с одной стороны, да? Вот это такой защитный, вот еще, кстати, есть эта многоножка. Но мне кажется, все-таки дровола чуть выше в этом архетипе должно быть, чем вот это страшное насекомое. Вот даже пушка, в принципе, она может быть играбельна в медленных таких точках. Ну, возьму пока я пока возьму дровола, как просто лучшую карту здесь. Да, 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 да. Все открыто, все читаем. Так, Gladsell Fall the Fortress что-то стоит еще или уже? Gladsell Fall the Fortress 1.38. Ну нет. Можно, конечно, с рардрафтить. Так. Что еще можно взять? То есть, что из того, что прям вот сильно хорошее? Есть нормальный красный пират, да? Динозаврик 3-4 хороший. Хороший. Но как бы в БГ там куда-то непонятно что, сложно. То есть, может красного пирата взять? И думать как бы о трехцветных пиратах каких-то там, на сокровищах, на вот этом всем. Но динозаврик хороший, я просто не представляю как бы с чем им играть-то, честно говоря. Вот возьму-ка я, наверное, пирата вот этого все-таки. И посмотрим, что там будет с круга идти. Так... Вот это может быть, кстати, сигналом. Вот это может быть сигналом, что вампиров никто не берет. Потому что в пиратов нам, ну, кроме баунса, здесь ничего не надо. Вот. А вот этот вампир, конечно, страшный на самом деле. То есть он не просто страшный, но очень страшный. Единственное, что у нас как бы три пика идут мимо, да? Ну, наверное, я... Ну, не знаю. А что ты предлагаешь? То есть взять еще баунс, допустим, да? У нас, в принципе, кричей нету, будет один сплошной баунс. Сплошные спулы всякие. Ну, еще можно мерфолка, кстати, взять. То есть тоже, да, вот как вариант. Давай-ка мерфолка тогда возьмем. Ну, ага, вот второй, да? И пират еще здесь. Ох, ё-моё. То есть мерфолков дают точно, совершенно, 100%, да, как бы прям по-любому. Второго дьякона, ну, опять же, есть хороший наш пират, прям отличный наш пират. Конечно, он уровнем намного ниже, чем дьякон,
Но мы, собственно, первого диакона отдали, можем отдать второго диакона, пускай слева собирают вампиров там где-то. А нам, может быть, дадут всех пиратов. Потому что красный справа-то не дают толком, а синий, в принципе, дают. Да. Пустили одного диакона, это тут спору нет. И, в принципе, как раз дают-то больше всего что-то вот угэшное такое, да? Вот, что-то такое угэшное. Но не совсем понятно, стоит ли вот всякие многоножки того, чтобы оставаться в этих цветах. Ну а что, с другой стороны, какие-то зеленые дропы, типа, ну не знаю. То есть в УГ какой-то такой, просто УГ, который, да, на карт квалити. Я, наверное, возьму все-таки многоножку вот эту. Сейчас мы еще чуть-чуть подразбираемся. Да. И скалдагери, кстати. Но вот этот чувак нам, наверное, нужнее все-таки. Вот, чем скалдагери. Хотя скалдагери, ну это показательно, что она так низко ходит. Но возьму я, наверное, пирата. То есть черный цвет все-таки не берут, по крайней мере, пиратов так много. Это просто бустера были очень кривые. Ну вот тут уже можно и баунс взять. Мне кажется. Вот он вернулся. Кстати, смотрите, ребят, что творится. Динозавр с круга вообще. Но вот этот же, мне кажется, вполне приличный чувак. С 4 манки. Там 2-2 Миней с Эксплором. По-моему, хороший. По-моему, он такой, ну, нормальный, по крайней мере. Да, а динозавр это просто жесть. Я не знаю, почему он ходит кругами. Честно, у меня даже мыслей никаких нету, почему он ходит кругами. Так, наверное, я возьму пушку. Она фиговая, конечно. Вот, этим я точно не хочу играть. Вот, и я думаю, что где-то в сайде там она нам может как-то пригодиться. Ну, наверное, пора брать вот этих пиратов. Они, по крайней мере, очень хороши в защите. Вот, и так. Еще одно лишнее дроволо. Кстати, с двумя сундучками, там вот эти всем, ну не знаю, или лайфлинкеры. Возьму я, наверное, дроволо, может быть, лайфлинкер в каких-то матчапах лучше. Вот, но... А, вот так вот, да? То есть надо было лайфлинкера брать. Окей. Хорошо, идея ясна. Так, что нам есть? А нам есть ничего. То есть совсем ничего, да? Но только скалдагери и баунс. Второй. Что мы будем сейчас с оппонентом-то делать? Так-то. Марка, ты считаешь, что марка это хороший пик высокий? Но некоторое количество эвейжена у нас есть, да? То есть у нас есть флайнг, у нас есть минейс. Я помню формат, где марка была высшим пиком. Вот. Но насчет здесь я не знаю, честно говоря. Можно попробовать, потому что, ну, второй баунс мне как бы вообще не критичен. Но не знаю, где вот тут эвейжен. Где вот тут эвейжен. Вот. Я тут пока вот... Где вот тут эвейжен? Наших пиратов нет эвейжена. У нас конченые пираты. Без эвейжена. Марка по силе, конечно, вообще базара нет выше всего этого. Вот этого, да. Но как бы скалдагерит нам все равно нужны какие-то в количестве. Ну давай возьмем одну марочку, не вопрос. То есть сама по себе как карта, она, конечно, с уникальным эффектом посильнее, да, вот такое все. Еще один диакон, да? То есть диаконов как грязи. Могли играть тремя диаконами. Правда, в остальном вампиров там сильно хороших нам, наверное, пока не давали, но три диакона это, конечно. Так, мерфолки у нас какие-то могут быть интересны или нет? Наверное, пожалуй, что и нет. Поэтому копала нам вообще никуда не впилась. Флеш-рыба, да, флеш-рыба это единственное, что нам как бы приходится брать, потому что, ну, конечно, как-то все пока складывается достаточно странно. То есть нам не дают красный ни с какой стороны пока. Или бустера такие просто, да? Сейчас посмотрим. Флеш-рыба нормальная, тут базара нет. Так, какой диакон по счету? Четвертый диакон, да? Ну, наверное, вот этот флайер лучше, чем пират, мне кажется, с сокровищами, да?
Еще один вот этот Fire Cannon Blast, который вряд ли мы будем сплэшить. То есть просто нормальный флайерный вампир. Господи, какой, сколько диаконов этих. Можно было просто положить там в деку одних диаконов и все. То есть больше ничего, кроме диаконов. Но пират с двумя сокровищами хорош. Но флайер ты считаешь хуже? То есть у нас есть марка. Он как бы такой ранний, хороший, агрессивный флайер. На кричи тайп мы как бы, ну, особо ничем не завязаны. Пират хороший, базара нет. Мне кажется, флайер лучше. Как-то все-таки, наверное, немножко побыстрее. Теоретически. Так, вторая марка. То есть марка ходит, как это, кругами ходит. Если нам смысл, у нас же есть марка, кого-то передергивать. Кого можем? Вот этого флайера можем передернуть. Можем сирену передернуть. Можем передернуть пирата. А, о, Unfriendly Fire я не учит, не увидел. Да, Unfriendly Fire, да. Unfriendly Fire, я как бы извиняюсь. Я что-то тут это... Я на него как на... посмотрел, короче. Да, да, тут спору нет. Это милище замечательное. 100% мы играть не будем. Вот он, Skulldagger. Третья марка, господи. Вот, кстати, и первые вампирчики нормальные с токенами, да? Но 9 крич. Может уже Skulldagger взять, нет? Или Destatcher все-таки. Мне кажется, что Skulldagger может быть прям хорошая здесь. В какой-то момент прям очень хорошая. Может, вторую марку я точно брать не хочу. Я как бы и насчет первой это был, честно говоря, не очень уверен. Вот этого пирата, ну, так, как-то так. Я все-таки возьму один Skulldagger. Пожалуй, что. Пока, короче, получается какая-то шляпа, ребят. Вот что я вам скажу. Получается какая-то шляпа. Флайер Фьери Канонада. Наверное, Фьери Канонада больше нам нужна, да? У нас какое-то количество пиратов все-таки есть. И она некоторые матчапы должна выигрывать, типа каких-то там вампиров или мерфолков в каком-то моменте, может быть. Как раз там, где прогуляться по доске не надо. Второго флайера жалко отпускать, честно скажу. Но канонада нравится, очень нравится. Так. Что-то нам пошел красный, причем неплохой. Ну, мы можем, в принципе, сплэшить синий, а не красный. То есть, ничто нам не мешает. Вот. Эти вот два пирата очень хорошие. Тут, конечно, есть марш. Вот. Но марш, наверное, я не знаю. Я, наверное, не хочу ни марш, ни эквип. Вот. А вот этого пирата я, пожалуй, что хочу. Да. Да. Вот. Я его, наверное, все-таки возьму. Дальше мы посмотрим. Может, там и не так много будет пиратов. Вот, но что-то странно как-то получается пока по цветам, вот очень странно. Давайте уж раз такая... Так, Долшот же может играть, да, наверное? Мне кажется, Долшот может играть. Сайди или Гоблин вот этот вот. Такой странноватый. Ну, Долшот какой-то, наверное, как раз он убивает Гоблина. Вот, он мне нравится, в общем-то. То есть можно даже насчет мейна подумать. Он в некоторых матчах, конечно, вообще ничего не делает. Так... Шурстрайк, 10 крич. Ну. Ну, не хостового же динозавра, наверное, брать. Все-таки тогда Шурстрайк, да? Так, диаконы ходят просто кругами. Ты считаешь, что 2-1 хейс лучше? Диаконы ходят кругами. У нас один там где-то вампир, да? Какой-то. Я все-таки возьму, наверное, диакона уже. Он же себя тоже качает. Вот, уже невозможно больше не брать диакона. Ну. Дюрес, сайдовый дюрес как-то тоже, знаешь, так. Не знаю. Ну, как-то странно. То есть на втором бустере в какой-то момент неожиданно пошел красный. Для меня, по крайней мере, неожиданно. Очень у нас много карт. В принципе, в деку только не совсем понятно, как этим всем играть. Так.
Что у нас есть здесь хотя бы играбельного?